Дата рождения? 31 декабря 37 года. Вы сейчас живете с дочерью, все верно? Да, в моей квартире. Как видите, все очень просто. Я живу в этой квартире 30 лет. Это я. Но она очень нужна моей дочери. Папа, о чем ты говоришь? И она переехала ко мне вместе с этим мужчиной. Я хочу помочь тебе. Зачем? У меня все отлично, Энн. Я не знаю, что она задумала против меня, но она точно что-то задумала. Происходит что-то странное. Где картина? Какая картина? Поверьте, здесь происходит что-то странное. Кто видел мои часы? Их украли? Нет, конечно. Как это нет, конечно? Это происходит уже давно. Это я. Энн? Вокруг нас происходит что-то странное. Что за ерунда? Где Энн? В каком смысле? Ну, где она? Я здесь. Мне не нужна никакая помощь. Мы должны составить соглашение по-другому. Перестань так говорить. Я не съеду отсюда. Я не съеду отсюда. Папа, ты таблетки принял? Могу я задать вам вопрос? Сколько еще вы собираетесь здесь находиться? Разрушая жизнь вашей дочери. Кто ты на самом деле? Я. Папа. Кто я на самом деле?